Здравствуйте, дорогие друзья! Чаще всего мы говорим о домашнем освещении, которое создает уют и настроение внутри дома. А как же быть с внешним освещением территории участка, двора и здания снаружи? Для этого существует особая группа светильников, которая дарит нам свет на улице и подчеркивает красоту фасадов зданий. Ситилюкс активно развивает направление современного, энергоэффективного и стильного уличного освещения. Все модели уличных светильников бренда соответствуют предъявляемым требованиям и имеют класс защиты по IP не ниже 54-го. Корпус всех моделей изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен порошковой краской, стойкой к атмосферным и механическим воздействиям. Такие светильники не ржавеют, они не подвержены коррозии. Сетевое подключение защищено от влаги за счет применения дополнительных силиконовых прокладок. Основной цвет изделий – графит. Цветовая температура изделий – 4000 Кельвин, нейтральный белый свет. Уличные светильники мы можем условно разделить на две группы. Ландшафтные, парковые светильники для освещения участка, дорожек, прилегающей территории и архитектурные светильники для освещения зданий, строений, которые крепятся на фасадах, колоннах, столбах и освещают площадь вокруг дома, создавая геометрические узоры и акцентную подсветку здания. Есть варианты комплектов – светильник ландшафтный и настенный, архитектурный. Вот такая серия в квадратном дизайне. Следующий вариант в круглом исполнении с плафоном в виде грибочка. У этих моделей свет направлен вниз и чуть в сторону, прекрасно освещая пространство вокруг себя, не раздражая глаз. Далее, пара ландшафтных парковых светильников. Особенность этих моделей не только в интересном дизайне, а еще и в том, что плафоны поворотные. Тем самым вы можете задать разные варианты подсветки и менять их время от времени. Настенный светильник также имеет поворотный модуль. Направляй куда душе угодно. Вот такая серия светильников в стиле современной классики представлена четырьмя моделями. Две модели настенных с плафонами вниз и вверх, подвесной светильник на цепи и ландшафтный столбик, из которого можно собрать три светильника с разной высотой ножки. В высоком исполнении хорошо использовать вдоль дорожек, освещает большую площадь и зимой наверняка останется выше сугробов. Высота 1,10 м. В среднем исполнении высота 80 см и низкий вариант 30 см, который можно разместить на столбах по периметру забора. Далее парные архитектурные светильники. Изделия прямоугольной формы. Большой дает яркий световой луч вверх и вниз и небольшую засветку в сторону. Малый при монтаже можно направить или вверх, или вниз. Кому больше по душе круглые формы, есть аналогичные по характеристикам пара в круглом исполнении. Обратите внимание на форму светового луча. Если требуется не только подсветить дорожку или вход, а осветить общее пространство возле дома, то оптимально использовать вот эти открытые модели. Они дают яркий рассеянный свет вокруг себя, как всегда вариант в круглом и квадратном исполнении. Следующие две модели – квадратной и круглой формы – хороши тем, что их можно с равным успехом использовать как на стене, так и на потолке. Они поворотные, дают яркий направленный свет. На потолке они могут освещать пространство четко под собой или подсвечивать зону в стороне. Отлично подходят для освещения под навесами, балконами и беседками. Две модели цилиндрической формы архитектурного освещения с четко направленным лучом света для идеальной расстановки световых акцентов на колоннах, стенах ограждений и, конечно же, фасадах. Кроме стандартного цвета корпуса уличных светильников графит, есть модели в цвете никель, матовый хром. Далее пара очень интересных архитектурных светильников, основная задача которых – создавать красивые графические световые узоры на фасадах зданий. Вот этот вариант со светодиодами, направленным в четыре стороны, с круглой формой отражателя и светильник с острыми лучами по углам корпуса. Вот такая модель прямоугольной формы. Светильник в сечении имеет форму квадрата. Свет направлен вверх и вниз. Превосходно смотрится на колоннах, столбах, визуально подчеркивая высоту и стройность конструкции. Этот светильник дает яркий рассеянный свет, великолепный вариант для освещения входной группы. Более того, конструкция позволяет установить его вертикально и использовать, например, для подсветки въездных ворот с двух сторон. Отдельно хочу отметить, казалось бы, простая модель квадратной формы, которую можно смело назвать дизайнерской, она при всем своем минималистичном дизайне является, пожалуй, самой вариативной. Конструкция позволяет менять форму и направление луча света как сверху, так и снизу, создавая необычные световые акценты. Причем это можно сделать как при установке, так и в любое время, по настроению легким движением руки. Здесь вы сами решаете, какой формой луча он будет освещать ваше здание. В заключение.
ассортимент уличных светильников Citilux удовлетворит, пожалуй, любого, даже самого требовательного архитектора, дизайнера и хозяина дома и поможет воплотить в жизнь интересные идеи по освещению вашего красивого загородного участка, создать приятную световую атмосферу вокруг современного дома, коттеджа или особняка. До новых встреч! Свет вашему дому!